Неосторожное обращение с огнем стало причиной сразу двух пожаров в одну ночь в городе Семей. Сообщение о первом поступило около 2 часов ночи. На территории дачного участка загорелись деревянные хозпостройки и баня. Пламя перекинулось и на соседнюю крышу. Второе ЧП произошло около 3 часов ночи. Горел частный дом барачного типа. Площадь возгорания составила 145 квадратных метров. Усилиями спасателей огонь в обоих случаях удалось полностью потушить. К счастью, обошлось без жертв. Избил полицейского и скрылся с места преступления. 45-летний житель поселка Тургень устроил дебош в Енбекши казахской районной больнице. Нецензурно оскорблял медперсонал, разбил стекло. Прибывший на место происшествия сотрудник полиции попросил успокоиться гражданина. Тот, в свою очередь, беспричинно ударил его в лицо, а после еще нанес различные удары. Воспользовавшись ситуацией, агрессивный мужчина скрылся в неизвестном направлении. Сейчас он объявлен в розыск, начат уголовное производство. В Кызылорде утонул ребенок. По имеющейся информации, двое несовершеннолетних решили искупаться в Сырдарье и не выплыли. Бездыханное тело 13-летнего жителя поселка Тазбугет из воды вытащили рыбаки. Поиски второго ребенка продолжают спасатели. Бесхозная лошадь стала причиной аварии в Павлодарской области. На трассе неподалеку от села Байет водитель рейсового автобуса, следовавшего из Усть-Каменогорска в Караганду, сбил блуждающее по дороге в ночное время животное. Водитель получил травму, он доставлен в больницу. Кроме того, в салоне автобуса находились 23 человека, в том числе 2 детей. Никто из пассажиров не пострадал. Владелец кота найден. В отношении него возбуждено административное производство. Неизвестная женщина через канцелярию Мангыстауского областного суда попросила передать сверток для судьи. При этом, ничего не объясняя, удалилась из здания. Незамедлительно были вызваны полицейские. При осмотре в пакете обнаружены 300 тысяч тенге и перевязанная ленточкой коробка белого цвета. В ней, как оказалось, были импортные духи. По данному факту начато расследование.